Какой бомбический сангрия. Вот такой вот стол. Обалденный чай. Запах стоит шикарный. Давиду, очень корректно. Причем в любых случаях. Тарахтелки сзади меня идут. Да. Мы говорим, кто кого доведет и докуда. Или до чего. Всем привет, друзья. Сегодня мы снова на Пальма де Майорка. Игорь, впереди стол. Сегодня шикарный солнечный день, и мы держим курс на пляж. Это лично для меня, это первая высадка на пляж. Кто-то из ребят, может, уже был этим летом, я имею в виду. Но я еду впервые. Нас Валера пытается запутать, вот где-то кольными путями. Валера, привет. Привет. Я тебе сейчас не ту станцию покажу. Ксюха, Джани, как всегда, пианист. Не, я могу быть не только пианист. Да мы в курсе. Кем пожелаете? Мы в курсе. Это зависит от времени, ситуации и места. Интересно, я работала и не знала, насколько талантливый у нас народ. Да. Так что день обещает быть замечательным. Вообще у нас называется крутое. Чудесным. Оно только талантов. Как хорошо. Исключительно. Мы затарились яйцами, бутербродами. Чай. Чай. Несколько термосов. Что у нас еще есть? У нас есть персики. А, еще персики. Бутерброды, бутерброды с сальмоном, да. С лососем. Наш автобус подъезжает. Жарко. Ходит. Ой, дурдом. Проезд стоит 2 евро. Ехали 10 минут, еще и в намордниках. Мы уже близко. Я уже в предвкушении. Даня, а что с моим полотенцем? Его на 300 градусов, что ли? Постирал полотенце, оно село. Ёлки-палки, что делать? Я люблю минимализм. Мне хватает. Ты реально это собрался лежать? Кто сказал, что я буду лежать? Ой, какой кайф! Просто супер! Потом еще он нас подставил еще больше. Ты видишь, что он подкрепил внимание, что во время карантина только на реалити там ясно. Тарахтелки, постоянно тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та. Как будет стать огромный. Да? А я бежу.
просто супер. Блаженство. 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 О, здесь соленые, да? Солено очень. Специально. Оксана Соболева с Палеодоярка. Юху! Итак, время перекуса. Наши чизбургеры с яйцами. Чаечек. Все, с нас пляжа хватит, потому что началась жара. Да, Джани? Да. Очень душно, очень. Радостно. Водица была супер. Покупались хорошо. Первый раз на пляже летом оказались. В конце июля месяца. А теперь в центр города, в чайный магазинчик. Наш тишоп открыт, чайный магазинчик. И мы пришли. А ты уже дегустируешь? Килограмм 300 грамм чайничек весит. Чайничек 92 евро, японский, из металла. Сахар рафинад. Сахар рафинад, да. Советского Союза. Ностальгия. Мраморный, мраморный называется. Сколько? 50 евро. Там 49 с копейками. Чай сангрия. Фруктовый чай, да? Да. Холодный, со льдом. Вау. Джани, иди. Вау. Да? Держи. Что? Ребята, вообще будем, да? Я сейчас просто... Его, да? Какой это? Это... Какой бомбический сангрия. Они просто со льдом? Но он и пахнет здорово. Обалдеть просто. И это просто чай. Я такого чая не пил еще, честно. Ну ты доволен? Я доволен, да. Кошелек мой недоволен. Он опустел немножко. На сколько? Сотен евро? Нет, в пределах 200 евро. Я же чайник купил. Ну да, чайник стоил 92 евро. Но он крутой чайник. 92 или 96? Да, 92. Чаев очень много, они все ароматные, все вкусные и заразные, заразительные. А еще они кидают вам в пакетик бонусом пробники. И пробники, когда пробуете, приходится вам возвращаться, потому что сложно устоять перед ними. Вкусно вот это. Мы сюда, да, возвращаемся уже третий раз в этот магазинчик. Шикарный магазин, чаи любим. Хорошие чаи, очень хорошие. На всякий случай. Ти-шоп. Да, локация. Итак, друзья, мы уже вернулись на борт. Целый день нагулялись, накупались. Полдня первые мы купались на пляже. Потом полдня мы ходили по магазинам. Были в чайном магазине. И... купили продукты для крабового салата. Нарезается все это с душой. Наш Джани. Я немножко тороплюсь, потому что... Все хорошо. Салатец будет вкусный. Признаюсь, мы уже кушали этот вкусный салат неделю назад. Салат действительно вкусный. Итак, после приготовления салата... мы его ставим в холодильник и идем заниматься спортом в тренажерный зал. После этого возвращаемся, он уже охладится, да, и мы покажем вам, что получилось.
вернулись с тренажерного зала с Джани, и нас уже ждет вот такой вот стол. Чай называется сангрия, который мы сегодня купили в чайном магазине. Обалденный чай, запах стоит шикарный. Мы приступаем к трапезе, а вам говорим пока. До встречи, ребята. Джани. Спалился. Ты скажешь до свидания? До свидания. Это на самом деле сок. Гранатовый. Кто-то будет пить гранатовый сок, а кто-то чай. Я тоже чай пью, вот. Не лей на дыль. Можно гранатовый? Я его сюда верну. Все, пока.